Сейчас главное это вот заноза в одном месте Дебальцево. Ну и дальше. Необходимо дойти как минимум до границы областей. Это как минимум. Потом уже решать другие проблемы. Игорь Иванович вернется? Как ты думаешь? Даже не знаю, что вам ответить на этот вопрос. Вот у нас такое ощущение, что он не уехал еще до конца из Новороссии. Из Новороссии невозможно уехать. Ну, если он мыслями полностью в Новороссии, то как он, хоть даже он будет на Северном полюсе, если он думает так про Новороссию, то можно сказать, что он здесь, но по факту-то он не здесь. Ну, я не знаю, обидится он на меня или нет. Сегодня у нас с ним разговор был по телефону. А что он мне сказал? Как только у вас там что-то начнется, ну, вы, наверное, видели репортаж, да? Ну, как только у вас там что-то начнется, зарезервируй мне место в каком-нибудь стрелковом подразделении. То есть он готов сюда вернуться, даже рядовым бойцом стать в строй вперед.